Вот, попробовали сделать втулку под линейный подшипничек. 32 миллиметра внешний диаметр. Ну, запрессовывать не удастся. Приклеим. Ну, хотя бы игры нет никакой у него. Игры нет. Вот, сверлили. Вот тут вот сверлили. Так вот это дело. И одеваться он будет, я думаю, что уже ни на что квал я куплю. Вот он, вал 22 миллиметра, внутренний диаметр. Опс. И поехал. Но на этом валу его колбасит. На этом валу его колбасит этот подшипник. То ли подшипник внутренний не 22, то ли вал. Куплю вал, дорогой.